представительном корпусе Кремля состоялось итоговое заседание форума ЮНЕСКО по междукультурному диалогу. Мероприятие было под эгидой государственного советника Винтимера Шамиева. На заседании важной частью была презентация его книги «От души для души». Вот что меня радует? А работая президентом, до этого я не доходил. Столько умных, толковых ученых и людей, я имею в виду и без степеней научных, значит, могло пройти, работая же и председателем правительства, и государственного совета, и президентом, да, долгие годы. Вот так сблизиться с этими людьми, которые сейчас здесь представлены, мимо меня могли пройти. Также Минтимер Шаймиев обратил внимание слушателей на рост и развитие Казанского университета. Был такой период. Сейчас университет тоже возрождается именно и в научном плане. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, Ильшат Рафкатович вернул Казанский государственный университет медицину. Это прекрасный пример. Почему? Потому что университетские клиники в мире одни из лучших. И какие еще они кадры готовят. Мы сейчас встали вот на этот путь, я не нарадуюсь, почему? Потому что настолько это правильное, мудрое решение. Также на мероприятии выступили представители государственных структур Татарстана, зарубежные участники форума и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Закономерно, что важным показателем уровня развития Казанского университета и повышения его конкурентоспособности мира является позиция университета в международных академических рейтингах, на фоне которых особо хотел бы отметить уверенное продвижение в гуманитарных предметных областях. И это стало возможным последние годы, в том числе и благодаря участию наших ученых в проектах, который ведет сегодня Фонд Возрождения. После чего было заключено соглашение о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Федеральным агентством по делам СНГ. Алия Шимуратова, Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.